выставил Скрипченко на суперкубок. Об этом позже. Демченко бьет поворотом. Дергачев уже первый момент у нас. И добивание не подача. Удар поворотом. Дергачев, штанга. Еще один момент Динамо создает. До сей раз на 12-й минуте. Ануфриев смещается ближе к центру. Навешивает там совершенно один. И вот уже Каратай здорово играет. Показывает, что все у него тоже в порядке. Что он не за разбег. Хорошая подача. Мяч идет в створ. Затылком подставляет там Демченко. По-моему, бьет. И вынос из пустых ворот. Хорошая передача. Подстрелов получает обратный пас. Подстрелов. И мяч не попадает в ворота. Подстрелов сам решил пойти. Такая стеночка. И здесь классно сыграл. Ну, это повезло, конечно, сейчас Батэ. Четыре человека в стенке. Удар поворотом. 1-0. Динамо открывает счет и выходит вперед. Саш Травот еще раз классно пробил. Немножко, кажется, запоздал Дергачев с прыжком. Вот отсюда будет хорошо видно. Ну, не так, скажу, не так, чтобы в угол. Мяч пошел даже. Мяч сохранил. Каратай. А это ошибка. Момент. Жимо. Удар. Мимо ворот. Вот так Каратай ногами тут наделал делов. Отдавал на Швецова. А тот совершенно не в той точке.